Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Roblox Play. Сегодня я наконец вернулся на YouTube. И короче, это как мне говорили, как мне письмо прям присылали. Это самая прям популярная качалка на всем YouTube стала. И вот я решил посмотреть. Я, конечно, здесь уже был прокачан давно. Ну, это ничего не меняет, да ведь? Так, что у нас тут за мусорка? Я только вот тут качался. Я наконец смог ее поднять. Ага, мячики. А может, я вообще могу сразу все шины? А что если я смогу все сразу вот это вот понести? Ай, я упал. Я смогу это все? Я смог это все понести. Офигеть. Опа. Я массивный нубик. У-у-у. Колеса, я смогу все колеса? Ой, все не смогу, 100%. Где-то 4 я смогу. Фух. Так, протеиновый, этот батончик. А я его смогу топать? Я его... Давайте переходим тогда в новый этот режимчик. Или как там... В новый мир, так сказать, переходим. Здесь что-то непонятное. Так, это картошка фри. Ребята, кто любит картошку фри, ставьте лайк. Я люблю, если честно. Что? Что там за новая арена такая? Ничего не понятно. Там Спанч Боб, что ли, работает? Так, давайте побольше сушинок. Ладно. Ладно. Ну ладно. Давай две. Пьем, пьем, пьем. Получается, я максимум могу только одну вот эту картошку фри понести. Ой, здорово, челик. А, кстати, я все бутылки, наверное, и смогу. Ой, я упал. Да, я смог все бутылки понести. Несем, несем, а я падаю. Несем, давай, я смогу. В принципе, я смог, и можно уже качаться, а то у меня мало силёнок. Давайте на вот эту пойдем. Раз, два. Короче, ребята, если вам понравится это видео, давайте наберем 3 лайка и выпущу вторую часть. Конечно, это странно, что я на 360 свои руки повернул и начинаю так качаться, приседая. Конечно, да, это странно, но все-таки подработает, наверное. Но все-таки, мне кажется, графика офигенная. Правда, немного подработать надо. Эта штанга через мои руки проходит. О, мой мячик. Мячик это мой питомец. Давай. Так, у нас осталось всего 30 тысяч энергии. Давай, мы же сможем этот набить? Мы же сможем набить 300 сил? Не, мы сможем. 100%. Давай, давай. Все, 300 сил есть. Получается, 300 с чем-то силы да будет. Хоп. 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 Все, мне на дальше не хватает. Интересно, что теперь я смогу? Я смогу 3 суши. Нести. А, я с ним запутался. Теперь я могу 3 суши нести. Да. А 4 смогу? Или 4 суши все-таки будет сильнее меня? Давайте все возьму вот так. А, все, я все суши могу брать. Нормально.
Бэйби Нубли. Нудли. Что такое нудли? Давайте две возьмем теперь картошки, что я смогу. Я три смогу потянуть. А четыре? Опять. Опять уже нельзя. Вот это я села. Четыре картошки фриниса. А здесь еще и бургер. Или это не бургер? Или это пирог? Это пирог. А не бургер. Это пирог, да? Это курятинка. Ну, будем пирог нести. Ой, кажется, он слишком тяжелый. Нет, один пирог мы можем утащить. Давай, ну давай. Сложно. Хопа. Кстати, а так можно? Значит, я могу это все взять вместе с сушей взять. Погнали. И суши берем. Так, так, так. Придется одну сушеньку убрать. Все, пошли. Сейчас я много, как полагается, я должен получить. Все, у меня 43 тысячи, можно дальше идти качаться. Погнали. Хоп. 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 Блин, если честно, мне эта игра нравится. Класс. Класс. Давай, 330, 330. Yes, у меня есть 330 силы. Оп, 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 340 даже есть. Так, давайте, а на что вообще пэт покупается? Я забыл что-то. На 2 к 500 силы, да. Идем зарабатывать 2 к 500 силы. Давай, почему ты застрял, человечек ты? Почему у меня вообще даже волос нет? У меня ничего нету. Там замок какой-то. Все, у меня есть 2 к 500 силы. Я надеюсь, мне что-то нормально выпадет из еды. Так, что мне выпало? Мне еда выпала? Угу, у меня есть еда. Мячик. А знаете, что я хочу сделать еще? Хоп. Оп. Я хочу на первой локации еще пэта купить. Думаю, этого хватит. Малютка. Бэйби Нудли. Теперь я Бэйби Нудли. А, вот и пэт. 25, серьезно? Что мне там выпало? Это вообще что? Что? А, мне команка выпала. Так, а мы... Это что? Это. Ясно, это команка. Сода. Вот это что? Это не... Давайте я посмотрю. Смотрите, вот то, что мне выпало, это за 15%. Это тоже 15 команка. Так, а на той локации, что мне выпало, вот эта бутылка. А где мои все? Эквип. И тебя, эквип. Не могу, эквип. Это сколько дает? 3? Это 25. Сори, 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 сори. Мне придется тебя убрать. И от тебя поставить, потому что ты больше даешь сода. Так, а сода... Ууу, камон. Камон. Что-то такая дешевая, зато хорошо дают. Ой, все, мне не хватает. Так, дайте мне. Ай-ай-ай, я упал. Идем сушенку поднимать. Хоп, 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 хоп. Так, я это должен потянуть.
Можно еще одну вот эту? Оп. Или еще? Все, погнали. А очень сложно, если честно, нести. Смотрите, сколько у меня вещей прям. Давай, я вытяну это все. Ни хрена, с одного захода 25к. Там что? Раз, два. Могу два пирога. Да, смог два пирога даже. Смотрите, какие это пироги гигантские. Мы просто попробуем курятину от этого понести. Интересно, что будет, если мы курятину это понесем. Оп. Кстати, я могу курятину нести. Ни хрена, эта курятина большая. Насколько мы должны быть мелкими, чтобы эта курятина была больше нас всех взятых. Таркер. Таркер. Да, офигенный вообще симулятор. Да, я смогу вот это вообще потащить. Реально тащится. Давай, давай, давай еще немного. Короче, еще не тащится. Мне нужно больше пирогов. А что если две курицы возьму? Раз, два. Ой, все. Ой, как. А, меня сейчас курица задавит. Помогите. А, меня курица задавила. Ва, меня лагает. Эти две курицы, это как будто это все вместе. Хоп, раз, 3000, два, а, не, 5000 даже. Вот это да. Конечно, я могу пройти, но я до конца хочу отодвинуть. Ты куда идешь? А, он еще другие предметы взять идет. Я хочу тебя огорчить, в этой линии, если пройдешь, все пизда. Все, ты не сможешь, если эту линию пройдешь. Видишь? Уиу. Саш, сюда перенесся. Пироги брать. Ха. Так, берем самую большую, чтобы было угарнее. Не, ну реально, самая большая, вот теперь кажется, что вот это самая большая. Вот это самая мелкая. Оп, хоп, 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 опа, опа. Давай, 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 давай. Мы должны на этом ролике 400 силы набрать. Мы сможем в этом ролике 400 силы набрать. Ну, не сейчас, конечно, но должны. Сколько сможем. Оп. Дальше не могу. Теперь должен быть очень сильным. Берем все соды. Векнули даже я теперь. Ты что, мою этого хочешь украсть? Я вот так, короче, сделаю, а потом вот так возьму. Хитрый я. Я хитрый. Я сейчас очень сильный должен быть. Еще, 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 еще. Дальше не могу. Давай. А если пирог еще взять? А я смогу пирог взять? Вставай, чудик. Ладно, я дальше не смогу. Это слишком тяжело для меня будет. Ни хрена он несет стронг какой-то. Ух, 28к. Сейчас будет очень хорошее занятие. Энергия. А, смотрите, я сейчас вот эту беру, и такое чувство, что теперь она больше всех. Хоп. Оп. 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 Давай, еще немножечко осталось. Хотя бы 90. О, 90 есть. Все, дальше я не могу. Смотрите, зато сильный. Это все берем. А, смотрите, опять по той же теме идем. Вот это берем еще. Так, вставай, челик, нельзя отдыхать. Давай еще, еще, еще. Ой. А, меня картошка фри придавила. Давай еще, давай, ты сможешь, челик.
Давай же. Ой, что творится, ребята? Ладно, давай, давай. Этот пацан вообще все несет, смотрите. Он много понес уже. Мне на этой карте очень хорошо подкачаться надо. Давай, я сейчас сушу не могу понести, хотя это все понес. 28к. Вот все уже, все, 400 силы точно есть. Что тут пишут вообще? Там пишут хай бести. Это он не, наверное. Он просто мне в даре. Все, у меня есть 400 силы. Нудли, теперь я просто нудли. Офигеть, лучше быть простым нудли. Погнали. О, кстати, тогда я запахивался. Запыхивался. Ой, сушку. А всего-то 3 взял. Давай, еще бери, еще бери. Могу да еще. Хопа. Давай. Я всех запуталась все. Дай мою. Если я просто буду стоять, он мою вот эту штуку несет. Много фри берем. И один здоровеннейший пирог. Два. Два здоровеннейших пирога. И я это тяну. Ни хрена себе. Это реально прикольно, кстати. Смотрите, смотрите, сколько у нас вещей. Офигеть. И пироги напасли. Ух. Сейчас очень сильно было. Давайте 36к потратим на что-нибудь. Так, что-то пишут там. Давай, ты сможешь. Человечек. Вот, человечек. Опа. Кому нравится, ставьте лайк. Мы могучие. Надо сделать это. Курицу понести. Надо понести всю курицу. Мы сможем все 3 курицы понести. И пирога. И пирогов на заметочку. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ух, это все как вот как вот эти вот 3-2. Это наоборот. Вот эти вот самые первые трое 6 раз. Это вот это все. Давай. Давай. Прыгай, прыгай, бегай как-нибудь. Хотя бы вот это, давай, да, yes, мне немного легче стало. Давай. Курочку, курочку. Как легче. Как легко и просто. Давай, челик, ты сможешь, массивный нубик. Кстати, мы тоже были массивными. Оттаскиваем. И идем сюда. Угу. Значит, тут у нас все игроманчики. Ну, давайте по это купим. 10к, ладно. Фишка, 45. И на это я 10к потратил. Ладно, допустим, а сколько эта фишка дает? Кто из вас меньше дает? Сори, мячик. Вот это намного круче. Так, получается, теперь нам нести вот это, которое по весу как это курица, да? Оп. Не, что-то не так уже и по весу сильно. Полегче. Ох, смотрите, какой пацан качает. Вау, следующий трактор. Ни хрена. Ой, я не то беру. Ладно, погнали.
Блин, там трактор еще надо будет тащить. Я что, одну, да? Я одну хотя бы смогу. Еле-еле смогу. Там пишут что-то. Не, ребята, на этом мы уже будем заканчивать. Ведь ведь после... Где-то, наверное, 20-30 минут после этого, после того, как это видео выйдет, выйдет сразу же еще одно. И это видео уже будет намного интереснее, скорее всего. Ведь я собираюсь играть в игру сейчас. А вот он. Ай, дайте мне зайти. Короче, ребята, я, скорее всего, буду играть в игру. Интересненько. Давайте вот зомби-атак, допустим. Да, зомби-атак. Поэтому не пропускайте, всегда будьте на... Всегда будьте в курсе. И поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, конечно же, нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока. До новых встреч.